желтые арбузы без косточек. Мандарины эти очень сочные и вкусные, но дорогие. Сливы сейчас тоже взял в магните по такой же цене. Нектарин. Это магазин «Пятерочка», Малаховка, на 13 августа 2024 года цены. Черника 700 рублей килограмм, грибы 250. Сезонное яблоко сильно подорожало, очень сильно. Гольден 200 рублей. 107, короче, 200 рублей килограмм в среднем яблоки сейчас стоят. Арбузы по 30. Такая слива хорошая. Огурцы 90, помидоры 200 в среднем. Простая обычная вода очень сильно подорожала, тоже 200 рублей. Сейчас, короче, разменная монета 200 рублей. Простая вода, обычная вода, стоит бешеных денег. Я просто в шоке. Полторашка 100 рублей. Это просто пипец. Это просто офигеть. Литр 95 рублей. Вообще офигели. Вода. Он специально загрязняет воду, чтобы продавать чистую. Охренеть. Черноголовка. Вода говнище. 125 рублей. Вообще просто обалдеть. Тортики. 500 рублей в среднем. Молоко, мое любимое молоко, Лебедянь, тоже подорожало. Было 100 рублей полторашка, сейчас 115. Но молоко очень вкусное, очень вкусное.